15-й iPhone в кредит. Добро или зло? Где хранить сбережения и на что лучше брать займ? Ответы в новом выпуске про деньги. Это совместный проект Сбербанка и Первого Приднестровского. Каждый четверг в студии Роман Спиян и Александр Войков обсуждают финансовые вопросы. Как сэкономить, не попасть на крючок мошенников и как заработать с помощью банка. Будем говорить про кредиты и депозиты. Вот в частности разберем вопрос, когда кредит – это добро, а когда зло. Есть такая фраза, да, берешь чужие деньги, отдаешь свои. И она неправильная, долги надо отдавать, это все-таки были чужие деньги изначально. Но теперь возникает вопрос, вот проценты, которые мы платим по кредиту, откуда они берутся? Ответ в новом выпуске про деньги. Хранить наличные дома или открыть счет в банке? И что такое финансовая подушка? Просто о сложном. Стоит ли брать кредиты и зачем нужны депозиты? Узнаем сразу после программы «В путь по-новому».